В Самаре платные парковки могут появиться в 2022 году, заявили в Гордепартаменте транспорта. На сегодняшний день в достаточно высокой степени готовности находится нормативная база, отметили в ведомстве. Все основные документы приняты, определены участки улично-дорожной сети, на которых должны быть парковки, определена методика расчетов тарифов и базовых значений платы за пользование платной парковкой. Конец цитаты. Всего в исторической части города запланировано около 12 тысяч парковочных мест. Однако из-за общественного резонанса решение о введении платных парковок в 2021 году было пересмотрено и названо преждевременным.